Всем привет, друзья! В этом ролике сделаем полезное приспособление из канализационной пластиковой трубы диаметром 160 мм. Для начала нужно выровнять один край трубы. Для этого я буду использовать муфту, из которой вытащу уплотнительные резинки. Таким образом, муфта будет ездить по трубе намного мягче. Также в нашей самоделке буду использовать заглушки. Высота каждой заглушки около 6 см. Отрезав и выровняв край трубы, приступаю к разметке. Отступаю промежуток 2 см, затем 7, снова 2, потом 7 и так далее. Сверху одеваю муфту и делаю разметку. Делю расстояние трубы на 4 части и провожу прямые линии. Теперь при помощи болгарки вырезаю лишние части. Первая заготовка готова. Далее нужен кусок фанеры. У меня это остатки, толщина фанеры 15 мм. Обвожу внутренний диаметр и вырезаю круги. Можно вырезать лобзиком, но я сделал это на ленточной пиле. Все неровности подровнял на шлифовальном станке. Все заготовки готовы, можно собирать всю конструкцию в едино. Закрепляю к стене на пару саморезов. Осталось в заглушках сделать отверстие на 6 мм и вставить болтик с двумя гайками. Таким образом будет импровизированная ручка. Ну и наша простая самоделка из остатков пластиковых труб готова. Трубы у меня хватило на 3 отсека, но можно сделать и 5, и 10, да хоть прямо от пола. И получите простой удобный органайзер,
для хранения крепежа. Лично мне такая идея очень зашла. Можно хранить биты, насадки, оснастки, разные сверла, болтики, шайбы, гайки, да все что угодно. Оцените видео лайком и напишите в комментариях, как вам такая идея, что бы вы сделали по-другому или как доработали. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем добра, удачи, позитива, пока-пока!